Красный пионерский галстук образца 1960 года. Три конца галстука символизируют связь трех поколений. Это пионеры, комсомольцы и коммунисты. Старательно выговаривая каждую букву, готовясь к открытому уроку, третьеклассник Глеб Новоточин изучил фактически всю историю России. И хотя его родители даже не успели побыть октябрятами, кажется, он знает все о детстве, которое навсегда украла война. Ведь если ты помнишь о предках своих, у тебя сразу зарождается патриотизм. Ты никогда не забываешь то, что твоя родина совершила великие поступки. А еще больше то, что это были твои ближайшие родственники. Открытый урок в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для учеников младших классов проводит член Президиума ветеранов войны Галина Шахова. У нее своя уникальная история, детали которой невозможно слушать без кома в горле. На этой фотографии Галине Александровне 2,5 года. И пока это еще счастливый ребенок и счастливый день в кругу семьи. Маленькую Галю за 2 дня до начала войны отец взял на руки в последний раз. И в первый год войны он погиб, защищая Москву под Волоколамском. Мы остались с мамой. Мама работала медсестрой с утра до позднего вечера. Мы жили в деревянном доме, где было еще 8 семей. И за мной, конечно, присматривали по очереди соседи. Истории войны, о которых невозможно молчать, внимательно слушают дети 21 века. Им совсем немного лет, но практически каждый из них знает такие же удивительные, порой страшные, а иногда и светлые истории. Истории прадедов, которые вернулись с победой, и тех, чьи имена навечно останутся в памяти у миллионов россиян. Никогда не хватит слов благодарности, признательности тем людям, которые все это выстояли. Тем нашим защитникам, которые остались на поле боя. Тем нашим защитникам, которые, к счастью, вернулись домой и смогли нам с вами, детям, внукам и правнукам, рассказывать, что такое война. Наша с вами общая задача, чтобы мы никогда не забывали, чтобы мы всегда это свято берегли. За патриотическое воспитание учеников руководство 81-й Самарской школы поблагодарили председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и депутат губернской думы Светлана Ильина. Остается совсем немного дней до того момента, когда эти дети вместе с родителями выйдут на площадь Куйбышева 9 мая и в бессмертном полку принесут фотографии своих уже ушедших родственников и тех, кого забрали тяжелые 40-е годы 20-го столетия. Урок завершился минутой молчания в напоминании о том, что никто не забыт. Павлова, Константин Головин. События.